Это же книга. Кто это книжками бросается? Интересная. Возьму, почитаю. Ой, холодрыга на улице. Надо срочно горячего чаю выпить. Что, Цезарь, соскучился? Посмотрим, что тут у нас за книжка. Тайны подземелья. Зачем книжку выкинули? Солнце садилось за горизонт. Темнело. Изабелла, любившая смотреть закат, решила прогуляться. Она медленно брела по лесным тропинкам. Вдруг шорох. Треснул сучок. Стоп, что это? Какие-то развалины. Пробираясь сквозь кусты, Изабелла вскрикнула и провалилась в подземелье. Бедная девочка. Это же как страшно, наверное, в подземелье. Тьма окутала ее со всех сторон, и вблизи раздался ужасный крик девушки. С другой стороны приближался маленький мальчик. Он плакал. Это были узники подземелья, восставшие мертвецы. Они во тьме подходили к Изабелле. Изабелла вскрикнула и потеряла сознание. Очнувшись, она поняла, что ее окружают холод и привидения. Я не могу читать это перед сном. Это очень страшно. Теперь страшно спать. Что это за звуки? Послышалось, наверное.
Почему на кухне свет горит? Я его выключала. Надо пойти проверить. Наверное, забыла выключить. Странно все это. Я слышу какие-то странные звуки. Они явно исходят из книги. Теперь понятно, почему тебя выбросили. Тебе здесь не место. Верну тебя обратно. Ищи других хозяев. Ну вот и все.